Доброе утро, друзья. Посмотрите, как все начинает распускаться. Девочки, это разрастется, вообще красавица будет. А вот моя розочка, посмотрите, черенки. Ну-ка. Да, цветоносики, цветоносики. Конечно же, я пошла в теплицу, девчонки, воду открыла. Сейчас посмотрим огурчики. Вот, взяла чашку. Я не знаю, как тут поставить мне, чтобы вам меня было видно. Сейчас посмотрим. Я, девочки, сейчас с той стороны обойду. Здесь у меня огурчики выросли. Ой, ну не знаю, редиска, конечно, так выросла. Лес густой, девчонки. Лес густой. Вам, конечно, здесь будет не видно. Сейчас я возьму все-таки телефон. Так. Вот они, девчоночки, у меня огурчики. Вот они, видите, висят. Плохо видно. Сейчас. Вот они. Вот. В общем, сейчас соберу. Вот здесь вот. В общем, посмотрим. Ой! Так, здесь у нас показывает, девочки, 25 градусов. Вот. Помидорки завязываются. Сегодня хочу пройти нижние листочки поубирать. Ой. Я в раю. Я в раю. Ну-ка, здесь что? Перчики цветут. Так. Девчонки, первые огурчики надо снять, чтобы дальше пошли другие. Так. Ну, вот здесь почему-то у меня не растут. Смотри-ка. Ух ты, а что тебе не хватает? Смотрите-ка. Девчонки, смотрите, вот здесь край, у которой. О! Что такое? Не знаю. Ладно, соберу. Ну вот, девчонки. Сейчас покажу. О! Какая благодать. Вот. Уже свое. Я очень рада. Саша у меня за грибами ушел. Снизу, потому что задерживают рост. Слава Богу. Так, ладно. А я пойду сейчас поливать и опять огурцы с перцем подкармливать. Обязательно. Красота? Красота. Девочки, первые ягодки. Я, правда, съела 3 штучки. Но, знаете, однобоких еще много. Ну, ладно, ребятишкам увезу. Шурочки, Карине, Мише. По 3 штучки. Ой, по 2. Скоро пойдут. Девочки, смотрите, какая у меня розочка распускается. Желтенькая. Вся в бутонах. Пройдемся немного. Скоро седу распустится. Смотрите, как лилии наливается. Это у меня лиатрис. Здесь я все-таки не вижу
стрелочек. Такой он красивый. Так. Так, это поздний лилейник. Он поздно цветет. Тоже, смотрите, вся в бутончиках. Розочка джипси. Вот это мне очень нравится, хризантемка. Мы ее называем перетрум. Вот она, жемчужинка. И вот эта розочка. Вон белая. Она тоже вся в бутонах. Так, это девочки. А это откуда взялась? Конечно, трава. Сейчас вырву. Девочки, мы дома. Вот такие у меня грибы. Красавицы. Сейчас буду чистить. Резать, чистить. Не знаю. Наверное, с картошкой на сковородке сделаем.